Здравствуйте, друзья. Я нахожусь, можно сказать, на избирательном участке. Участок находится в таком апартмент-комплексе. Вот, Свет, покажи направо. Тут бассейн, тут, в общем, какие-то люди живут. Там небольшая комнатушка такая клубная. И вот в этом антураже, значит, мы проголосовали со Светланой. Все такое очень домашнее, никаких очередей нет. Ну, правда, и время уже, я не знаю, на Светиных часах около 10, да? 10, ага. Около 10 участки открываются в 7. Нам выдали, значит... Корешки от наших. Корешки, да, вот мы так голосовали. Вот каждому из нас выдали это как бы ресит такой, что мы проголосовали. Ну, в общем, ничего такого, вот очень, очень по-домашнему. Спрашивают, а чего Америка голосует по вторникам? Это очень старая традиция, это не столько традиция, это уже закон, Конгресс принял. Но, в принципе, зародилось это в то время, когда страна была вся такая аграрная, и по выходным люди ходили в церковь, поэтому уж никак не до голосования. А по средам фармерс маркет, то есть они свою продукцию везли там куда-то в населенные пункты и там продавали. Поэтому вот надо было успеть как бы проголосовать, потом собрать манатки и подготовиться к тому, чтобы в среду ехать на фармерс маркет. Вот мы с тех пор и голосуем по вторникам. Так что всем счастливо, всем успехов. Музыки нет, бутербродов с икрой, с колбасой копченой нет, детей там на плечах у родителей нет. Красных, с белыми бантами. С белыми, с красными, там, я не знаю, со всеми этими делами. Бравурных маршей нет. Вообще все такое очень домашненькое такое. Ну, вот дали лейбл. Дали лейблочки, дали вот такую штучечку. Вот, и я даже, Света, в этих цветах, ты посмотри. Вот, да. Вот как бы у меня рубашка в цветах американского флага получилась. Да. Ну, хоть кто-то оделся нарядно. Да. Ну, хорошо, значит, отправляемся домой.